Всем привет, с вами Ложка, и сегодня мы будем играть в Assassin's Creed Revolution. Я, честно, не играл ни в какие другие части Assassin's Creed, но мне вот недавно подарили пак целый. Целый пак ассасинов в Стиме, и я решил сыграть на Фрапс, то есть... Не знаю, добивался ли этот человек, чтобы я сыграл на Фрапс, но, наверное, и в то же время я решил выбрать именно... Так, хватит говорить. Ладно, мне сейчас нужно в Assassin's Creed Revolution, вот я ее выбрал, именно Revolution. И особенность ее в том, что она очень классная, и мультиплеер здесь просто очень жестко продуманный. Когда я проходил обучение, мне было просто приятно, когда... Мне помогал кто-то, блин, а... Не, нельзя так бегать просто так. В общем-то, что мы сейчас? В чем суть? Да боже ж ты мой, я только встал! Лежачего не бьют. И сидячего тоже. Я только встал. Ладно. Что у нас тут? Особенность мультиплеера в том, что нам нужно найти человека, которого нам задали, и в то же время опасаться людей, которые нас хотят убить. Ну, в общем-то, поняли, да? Так, у вас новый преследователь. У меня пока что один преследователь. То есть меня может убить только один человек из всей этой толпы. Так, а вот этот человек, нет, не может меня убить. Хорошо. Вот этот. Мне сейчас нужно найти какую-то Джакарту. А он в шлеме, хорошо. Если он в шлеме, значит... Вот этого надо оглушить! Вот так-то. Почетная смерть. Почетная смерть. Мне плюс 100 очков дали. Неплохо. А почетная смерть, это означает то, что если я успел нажать на shift, это означает, я успел моего убийцу оглушить. Значит, я не так плохо, как кажется. То есть, если я умер, но все-таки хорошо. С гордостью, можно сказать, так умер. Ладно, и мы сейчас должны найти... Ах! Ах! Вот это было подло с верхушки так нападать. Я только заспавнился, меня уже убили с верхушки. Как видите, тут очень жесткая игра, то есть тут никто никого не щадит. Если кто-то кого-то убил на улице, то другие просто мимо проходят и не обращают на это внимания. Кстати, я могу забраться? Да, я могу забраться, отлично. Вон она, моя цель. Нет, это не моя цель. Будем ждать ее сверху. Пасти, так сказать. Ой-ой-ой-ой, пошел отсюда. Так. Хоп, давай. Я могу перепрыгивать. Хоп, отлично. Так, отлично. У меня пока преследователь нет, это слава тебе, Господи. То есть меня пока что никто не может убить. А вот у меня появилась все-таки цель. Нет, цель у меня не появлялась, но... Вот, ты меня хочешь убить! Я хотел его оглушить! Почетная смерть. Почетная смерть, это значит, я его пытался оглушить. Да, это значит, не так все плохо. Значит, мы все-таки должны хоть кого-то убить. Смерть. Мы на 7-м месте, это тоже неплохо, в принципе. Ой, я нечаянно нажал на escape. Да, я сейчас спалил свой ник, хотя, по-моему, я и так уже его давно спалил. Так, и мне сейчас надо убить какую-то женщину, девушку. Где она? Где она? Где она? Я в сток сена спрячусь пока что. Надеюсь, меня сейчас никто тут не увидит. Так, вот ты меня хочешь убить, да? Не получится, ничего у тебя здесь не выйдет. Вот же она! Вот же она! Вот же она! Я не туда нажал! Вот это было фейлово. Это было так фейлово, что просто жесть как фейлово. Я просто нечаянно это сделал. Элдинг the best. Элдинг the best. Опять ее надо убить. Эту девушку. Так, ну это по-любому, конечно, за нее не девушка играет, но все-таки. Так, ты меня хочешь убить? А, у меня преследователя-то нету. Такс. Где у меня цель наша? Цель. Ты где-то здесь, я же знаю, что ты где-то здесь. Вот это ты, нет? Нет, это точно не ты, ты не девушка даже. А хорошо, девушки, они обычно вон там. Девушки, они где-то там ходят. Вы были отключены от сервера, возвращаясь в главный меню. О, нет! Нет, почему я был отключен от сервера? Так, вот это у меня, если честно, впервые такое было. Выйти в Windows не надо. Создать игру, начать игру, создать игру, начать игру. Выводные сессии, вернуться в главное меню. Тренировочная площадка. Начать игру, идет давайте. Поиск сессии. Да, сейчас идет поиск сессии. Выключение сервера, это может быть только из-за того, что либо у меня что-то с интернетом, что очень вряд ли, так как видите, вроде все нормально. Либо меня кикнули, хотя, не знаю, в Assassin's Creed Revolution в мультиплеере можно ли кикать? Ну, по-моему, нет. А может, конечно, и можно, если там какие-то читеры есть. Хотя, по-моему, это такая не читерская синхронизация игра. Синхронизация агентов. Хорошо, синхронизация агентов, давайте.
Я буду играть за ту девушку, которую так и не смог найти. О, боже мой, она тоже какая-то психопатка. Боже мой. Так, тут... О, тут такой же человек. Тут два человека тоже первых уровней. Значит, я все-таки не нубом буду. Хорошо. Ты меня хочешь убить? Ты хотел меня убить? Я видел, как ты сел на лавочку и хотел меня убить. Ах ты, какашка. Так, идем далее. Далее мы идем. Хоп, хоп, хоп. Хоп, отлично. Нет, никого тут нету. А где этот ассасин Лео? Тут вроде все на, все на одно лицо. Но мне нужно найти именно этого ассасина, который... Где-то здесь, где-то здесь, где-то здесь. Нет, нет, его здесь нет. Давайте мы заберемся лучше наверх. Так, вот, это же был преследователь мой. Я его оглушу. О, боже мой. Что за... Что сейчас было? Я видел то, что у меня что-то зелененькое потемнение было. Это, наверное, яд какой-то. Блин, тут столько всяких true левелов ходят. И как бы у них, наверное, много всего есть. А у меня мало всего есть. Так вот, надо найти сейчас мою цель. Вот она, вот она, вот она была ведь. Там было, там мигало, что это она. Пошла она. Такс, вот она, вот она, вот она, вот она. Контракт потерян. Нет, не она. Разве не она? Ладно, ну, не она, так не она. Я не виноват, я на третьем месте, все вроде нормально. Так, ты меня хотел убить, вот тебе за это. Такс. Дмитрий, Дмитрий. Где Дмитрий? Дмитрий. У вас появился новый преследователь, это немножко печалит меня. Вот же он! Сдохни! Дмитрий. О, да, детка. О, да. Безрассудность плюс 50, отлично. Безрассудность это быстро-быстрое все, быстрая реакция. Ты меня хочешь убить, да? Вот тебе за это, плохой человечек. Идем далее. Нет, у меня все еще преследователь есть. Так, ладно. Вон он, вон он, вон он, я его видел. Я его видел, я его видел. Он хочет меня убить. Нет, это не он. Вот этот меня хочет убить. У вас появился два преследователя. Уже два преследователя. Меня может убить кто угодно, поэтому мы делаем вот так. Мы будем ходить по крышам. Вон он, я его видел, я его видел. Осторожно, осторожно. Где он? Он только что был в зоне видимости. Вон он! А, давай, 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 давай! Контракт потерян. Как не он? А вроде мигал, что он. Ну и пофиг. Ха-ха! Бежим отсюда. Как? Черт, я почти залез. Я хотел ведь залезть. Ну и ладно. Убили так убили, все равно сейчас заспавнимся быстренько. Тут вот меня радует вот мультиплеер в Assassin's Creed Revolution, то, что тут воскрешаешься моментально. Знаете, во всех некоторых играх такая особенность, то, что, мол, особенность заключается в том, что возрождение через 10 секунд, что действительно очень тупо. Так, это ты? Так, это ты, да? А, вы все на одно лицо, вас очень много. Ай. Нет, я пытался оглушать, да? Я оглушить пытался, нет? Блин, а ведь я нажал shift, но не успел, видно. Хорошо, тут какой-то меня первый уровень убил. Кажись, он на самом деле нифига и не первый. Так, ра-та-та-та-па-та. Ой, вот это я совсем нечаянно нажал, блин. Вот мне не нравится то, что если тут просто нажмешь на левую кнопку мыши, то тут сразу убиваешь кого-то. Вот я нечаянно, честно, нажал. Я даже не хотел нажимать. Просто тут я иногда кнопки даже путаю. Так, ты меня не хочешь убить, да? Хорошо. У меня даже преследователь-то нет, в принципе. Ну да ладно. Окейушки, 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 окейушки. Мне сейчас нужно убить какого-то чувачка. Чувачка. Она выглядит, эта чувачка, как-то очень странно. У вас новый преследователь? Вау. У меня новый преследователь. Это немножечко меня печалит. Вот, кстати, по-моему, это она, да? Нет, это не она. Ладно, 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 мы бежим, куда глаза глядят. Попс, 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 попс. А как тут вообще узнать? То есть я вот слился с толпой, все, вся фигня. Но как тут узнать, выживете в течение 6 секунд в режиме каждый сам за себя? Вот же она! Сдохни! Отлично! Тишина, плюс 250 очков, 550 очков за одно убийство. Неплохо я, неплохо играю я уже. Отлично, и Жеку мне сейчас надо убить какую-то. Жеку, 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 Жеку. Ты не Жека, да? Нет, ты не Жека. Жека играет за девушку, хорошо. А, черт. Ох ты, боже ж ты мой, это было беспощадно.
так убить с булавы, или что это вообще такое, с дубинки какой-то. Это было действительно очень беспощадно. Но Бурнмод, мне сейчас надо... Бурнмен, в смысле. Бурнмен, мне надо убить Бурнмена. Бурнмен, ты где? Бурнмен? 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 Вон, я вижу Бурнмена. Нет, это не Бурнмен. Ты хочешь меня... та-та-та-та-та! Второй уровень, второй уровень! Народ, поздравьте меня! Я просто видел, как этот человек ко мне подходил, и я решил нажать shift, в смысле, и вот мне помогло это. Бурнмен, где Бурнмен? Ой-ой-ой, ты ко мне так близко не подходи, пожалуйста. Где Бурнмен? Бурнмен где-то здесь, рядом. Надо смотреть везде. Бурнмен, Бурнмен. Бур-бур-бур-бур-бур-бурмен, Бур-бурмен, Бур-бурмен. Где Бурнмен? О, боже мой, он где-то ходит, но я его все равно не могу найти. Я уже на пятом месте, я как-то сливаюсь, если честно. Кстати, у Бурнмена целых два преследователя. Это я и какой-то еще человек. Поэтому мне надо как можно быстрее найти Бурнмена и уничтожить его первым. По-моему, это он был, не правда ли? Это он был, да? Да, это он был ведь. Беги! Нет, это не он, черт. Ладно. А, я понял, подсвечивается, это значит то, что другой человек... как бы нашел этого Бурнмена и пытается убить его. Хорошо, значит, мне надо все-таки быстрее его найти. Бурнмен. Так, ух ты, какой тут красивый чувачок. Чувачок. Это, наверное, не Бурнмен, это точно. Бурнмен выглядит как какой-то человечек, который очень странно выглядит, и пока что я не вижу такого человечка. На самом деле, тут вроде как все друг друга отличаются, то есть тут не, так не сделано, чтобы все выглядели на одно лицо. А может, и сделано специально. Ладно, а мы пока будем искать Бурнмена. Бурнмен. Давайте спрыгнем пока сюда. Отлично. Отлично. О, ты! Вот ты какашка-то какая. О, вот так вот взять и убить, но это было очень подло. Очень подло. Очень подло. Ладно, Ганзилла. Ганзилла. Ганзия. Мне сейчас надо убить Ганзию, которая выглядит очень, очень... Странно, но все равно мне надо ее найти и убить. Так, вот где-то здесь мой враг. Враг полюба где-то здесь. Мы будем ходить, как бы сливаться с толпой. Мы будем сливаясь с толпой ходить. Давай, сливайся с толпой. Во, все, мы слились с толпой. Мы молодцы, все неплохо, действуем. Неплохо. Вау, а ты слушай мне, Годзия. Нет, ты не в шапочке, значит, ты не Годзе. Другой тамплиер убил вашу цель. Это немножечко печалит меня, потому что это означает то, что я не могу найти своего чувака, который... В общем, вы меня поняли. Ладно. Кто там бегает? Кто ты тут, а? Бегаешь. Ассасин Лео. Опять мне нужно убить Ассасин Лео, который... Вот знаете, вот если Ассасин Лео вот с таким вот скином... которого ассасин. Это означает то, что у него большой уровень, не значит то, что он может делаться в какого-нибудь другого человечка. А я могу, кстати, делаться, нет? Нет, не могу делаться. А, вон он! Вон он. Есть! О, да, детка! О, да! Так, все, забираемся выше, выше, выше на всякий пожарный. О, плюс 500 очков, это неплохо, неплохо. Такс, и где моя следующая цель? Кстати, вот этот меня хочет убить. Я вижу, что он хочет меня убить. Давай, давай, иди ко мне. А, нет, он меня не хочет убить. Мне, кстати, опять надо ассасина убить. Ассасин. Вот этот меня хочет убить. Так себе. А, left shift я нажал, значит, мне дали... Да, 100 очков мне дали, хорошо. Недаром я успел нажать left shift. Я просто видел, как он ко мне идет, и, значит, он полюбак меня хотел убить. Значит, неплохо все-таки. Я играю уже и... Уже осталась одна минута. Да ладно вам. А может, он где-то здесь в стоге сена, этот ассасин? Нет? Вот тебе. Упс. Я кого-то там зарезал. Ну, ладно. Так, мне сейчас надо ассасина Лео все-таки найти, да? Ассасина Лео. Ассасина Лео. Вон он. Я его вижу. О, да, детка. О, осталось да. 30 секунд. О, тут две такие, два трубака. Вы не можете убивать пока. Что? Опять этот яд. Ганзия почему-то на меня всегда яд насылает. И я не знаю, что это за фигня. Но надеюсь, это...
что-то значит. Надеюсь, я в дальнейшем такую же смогу штуку себе присыгу. Да боже ж ты ему, ассасина Лео опять надо убить. 8 секунд осталось, я вряд ли его уже найду. Да, вряд ли я его найду, потому что, ну, за такое время просто нереально убить кого-то. И все, да? Вы финишировали 6-м, неплохо. Достаточно неплохо, если честно. Я на 6-м месте. У меня 4 на 7. По-моему, неплохо для начала. Вон, даже на 1-м месте 9 на 6. И мне всего в 2 раза надо больше было бы накопить. А так неплохо, да, неплохо. Зал славы. Нет, меня здесь нету, что очень печально. Бессмертный дольше всех оставался в живых. Ну, по-моему, такую ачивку очень легко заслужить. Так, уровень второй. Да, я накопил уровень второй, это хорошо. Награды мне, наград так и не дали. Хорошо, тогда давайте мы продолжим. Нажимаем продолжить, и сейчас будет голосование. Отказаться от реванша? Не, зачем мне отказываться от реванша? Давайте, каждый сам за себя. Каждый сам за себя. Конечно же, каждый сам за себя. И осталось завершение до голосования. Одна секунда. И да, каждый сам за себя выиграл. Почему-то всегда выигрывает каждый сам за себя. Сам даже не знаю почему. Но, наверное, его любят больше всех. Синхронизация агентов. Синхронизация агентов. Я буду играть за... Так, за... Бум-бум. Я буду играть за вот такого человека. Нет, он слишком выделяется. Он жестко выделяется. Я, наверное, буду играть за какого-то... мужика, вот такого вот мужика, который с булавой. Ух ты, боже мой. Вот это да. 7 из 8 человек сейчас играет.